мне. Я хочу, чтобы моя дочь, когда она вырастет и начнет в этом всем разбираться, чтобы она, как и все ваши дети, не хотели уехать отсюда. Чтобы они верили, что в этой стране их оценят по достоинству. Я хочу, чтобы в нашей стране научились ценить наш труд. Ваш труд. Вы все здесь, потому что вы работаете, работаете много. Мне не надо дарить хорошую жизнь. Я хочу ее заработать здесь. Я хочу так же, как и вы, ее здесь зарабатывать. Улучшать свое Таня Дупленко, наш e-mail spilno.tv@gmail.com. Повторюю, spilno.tv@gmail.com. Туди ви можете дописувати будь-які свої прохання, побажання, а також, якщо вам щось не розуміло, щодо перерахування коштів для підтримки спільного бачення. Всі ці перспективи. Правда хочу, тому я тут, і тому я не могла к вам не вийти. І я хочу... Я очень хочу сейчас... Я очень-очень хочу сейчас, да простят меня все мужчины, обратиться к женщинам, к вашим милым женщинам, к... ко всем тем, которые сейчас стали больше, чем женщинами, потому что на вас по-прежнему дети, на вас семьи, работу никто не отменял, на вас ваши мужчины, которые устали, которые борются, которые держатся. Многие из них здесь ночуют и живут, я это знаю. Поэтому, дорогие мои девочки, надо держаться, надо верить, надо давать мужчинам тепло и любовь. Надо оставаться красивыми, потому что наши мужчины всем говорят, что украинки красивые. Надо им улыбаться, надо быть сильнее, девочки. Надо не бояться. Я тоже пережила очень страшную ночь.